Вообще вся эта работа как раз делается во имя того, чтобы не предавать забвению тех людей, которые отдали свои жизни, отстаивая интересы своих государств. Обследование объекта с использованием водолаза производить в соответствии с договором между капитаном и МЧС, номер такого-то, только. Так, в принципе, вся работа по плану флота. С договором, скажем. И вот это обеспечить все меры безопасности максимально. Сейчас можно было с ними совместно и находить, и все, и потом все равно приходить к консенсусу, какая разница. Память-то уже людей не вернешь, так? В то время другое государство было. Они другие, мы другие. Сегодня уже совсем другое, поэтому надо, наверное, из других позиций, то есть с точки зрения политической, решать. Ну вот. Так что это правильно вы сказали, из области фантастики, это понятно. Давайте все-таки своими силами обходиться. Вот по возможности вот эти два варианта. Вот здесь 60 метров. 60 метров, да? 60. Вы спускались тоже, да, наверное? Да. Идентифицировать объект, который мы предположительно считали американской подводной лодкой «Ваху». Вот, он был обнаружен 2 годами раньше. Но точно сказать, это лодка «Ваху» или это какой-то другой подводный объект, без визуального обследования никто не мог. Ну, пришлось делать 3 погружения.
Правда, надо сказать, что этот район отличается сильными течениями. И первое погружение мы выставили буй, мы убедились, что он стоит точно на целью. Но пока выставляли декомпрессионные баллоны и так далее, погрузились, увидели ровное плоское дно. Мне снится это до сих пор, потому что это на самом деле просто грандиозное зрелище. Выглядит это примерно так. Вот наверху яркое солнце. То есть когда все у тебя уже подготовлено, баллоны развешаны, ты падаешь, и погружение происходит очень быстро. И глаза не успевают привыкнуть к изменению света. А с каждым метром видимость уменьшается, именно из-за того, что солнце не проникает сквозь такие глубины. И на 40 метрах наступает практически ночь. Видишь вот силуэт этой лодки на фоне такого зеленовато-синего моря, на фоне солнца, просвечивающего там издалека, то это просто грандиозное впечатление. На самом деле это одно из сильных впечатлений. Сразу ты все понимаешь, ты видишь, что вот она практически целая. Огромная, 92 метра, а так как под водой все объекты кажутся еще больше, на 25% идет увеличение из-за рефракции воды, и ее никто никогда не видел, никто не знал даже, как она, в каком состоянии, повреждена, ее могло просто не быть, понимаете, потому что ее бомбила авиация тяжелыми бомбами, и ее могло просто сдетонировать боезапас, например, и так далее. И разорвала ее практически до киля вместе с рубкой. Но при этом она лежит на дне, и за исключением этого разрыва, она абсолютно целая, только обросшая всякой морской живностью. Тучи рыб вокруг нее ходят. Вот. Есть, конечно, и мелкие повреждения, видимо, что углубили. Глубинными бомбами ее добивали, хотя уже не нужно было это. Она была уничтожена одной мощной авиационной бомбой, причем никаких шансов выжить, конечно, у экипажа 80 человек не было. Подводную лодку «Оваху» — это подводная лодка наших союзников, американская. Самая знаменитая подводная лодка Соединенных Штатов, так как она только за 10 месяцев боевых действий потопила 20 вражеских кораблей, что в то время для Америки, ее капитан просто стал национальным героем Америки, и до сих пор она самая известная лодка.
когда мы точно установили, что подводный объект является подводной лодкой ВМС США «Ваху», более того, каждый из членов экипажа изучил историю этой подводной лодки. Просто невозможно было пройти мимо места братской могилы, захоронения моряков, воинов, не выполнив элементов отдания воинских почестей и не вспомнив подвиг этих моряков. Неважно, что они воевали под своим флагом, а мы пропустили Андреевский флаг. Надо не забывать, что мы были союзниками в той войне. Thank you.